И независимо от долгов и оплат коммунальных услуг, по летнему графику отключения в ближайшее время не будет горячей воды в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах, относящихся к ТЭЦ-2. Воды не будет с 18 по 29 июля. Подробный план вы сейчас видите на экране. В части Свердловского района, подключенной котельной «Фармэнерго», уже сейчас нет горячей воды. Ее дадут 21 июля в 15 часов. С 1 августа на 10 дней отключат горячую воду в части Советского района, это котельные «Краскома». В Ленинском и Кировском районах, а также в микрорайоне «Водники» горячей воды не будет с 8 по 17 августа. Специалисты коммунальных служб призывают горожан в период отключений перед выходом из квартиры проверять краны.